18 июля 2013 года путинский режим прошел точку невозврата, осудив в Кирове Алексея Навального и Петра Офицерова на 5 лет и 4 года соответственно. И сегодня же, 18 июля, на Манежную площадь решили выйти те, кто не согласны с дальнейшим раскручиванием репрессивной машины в России. Какую именно из башен Кремля переклинило, что Навальному сказали «садись, 5», неизвестно. Ясно, что Путин – мстительное существо, гаже сказочного тролля. А с другой стороны, Собянин остается без внушительного соперника на мэрских псевдовыборах. Но это уже не важно. Люди вышли на Манежную не столько за Навального, сколько за себя. За то, что надоело выживать в стране, где царит бесправие. Наш судебный аппарат уже давно сгнил, и там сидят злобные духи, могу сказать это сразу. Там не люди, кто это? Все управление страной сгнило, и оно должно меняться. Борьба с коррупцией. Должны прийти новые люди, сколько это может продолжаться. И вы не нас снимайте, вы себя снимайте, потому что этих сюжетов никогда мы не видим на телевидении. Вы прежде всего трусы, они на вас опираются. Где-то в 6:30 Манежную площадь стали перекрывать. Тогда же полиция приступила к задержаниям. С площади выдавливали почти интеллигентно, стараясь не повышать градус напряженности. Манежная площадь закрыта по техническим причинам. Просьба покинуть площадь. К 7 манежка была полностью очищена от протестующих. Но граждане все подходили и подходили на Тверскую, к зданию Госдумы на Охотном ряду, просачиваясь через заградительные кордоны полицейских. По имеющимся данным, народ все прибывает. Вы видите, за моей спиной люди подходят. Они идут от самой Лубянки, которая, кстати, перекрыта. Также перекрыта площадь Революции, перекрыта уже Манежная площадь и Пушкинская площадь. Тем не менее, людей становится все больше и больше. Проходящий мимо полковник очень беспокоится за жизнь гражданского населения. Знаете, это как пружина. Вот можно арестовать там, как развожаю, привезти его в багажник, и ничего не произойдет. Можно посадить там Дальцова, можно еще кого-то бросить, можно кого-то обыскать, можно кого-то выгнать. Но наступает, как пружина, где-то предел сжатия. И вот сегодня, 18 число, я боюсь, что это точка невозврата, потому что я пока не вижу, как можно играть по правилам власти, если она не уважает закон, конституцию, если она не уважает собственный народ, если она идет на путь политических расправ, причем наглых, циничных, со своими политическими оппонентами. Это тот путь, который ведет только к одному, и мы с вами знаем цену этого пути, увы, к сожалению. Геннадий Владимирович, в связи с этим, грозит ли государственный переворот как самоспасение этой системы для Путина, или все-таки процессы пойдут снизу? Сложно сказать. Я думаю, что внутри власти зреет недовольство этим курсом. Я это точно знаю. Но пока эти люди не организованы и не сплочены, пока они еще надеются, что все как-то мультирассосется. Я очень хорошо знаю настроение определенной части российского истеблишмента. Они надеются, что все это рассосется. Это не рассосется. Но пока эти люди бездействуют, пока эти люди не решаются на какие-то активные действия. Поэтому пока говорить о внутреннем перевороте бессмысленно. Я думаю, что движение снизу может начаться более мощно.
И этому, этому будут способствовать грядущие экономические трудности. Вы видите, что наш рубль вовсе не твердый, в лучшем случае он деревянный. И когда эти экономические трудности будут сочетаться вот с этой бездарной политикой, кадровой деградацией, естественно, это все приведет к печальным результатам. Я много сделал для того, чтобы предупредить, отвратить власть от этого пути. Но, похоже, там потеряли политическую адекватность. Точка невозврата давно пройдена. Путинский режим хочет существовать пожизненно, в течение его жизни. И он хочет сохранить власть. И он будет сохранять ее вот такими методами. Хорошо, а что тогда дальше? Надо сопротивляться этому беспределу, этому произволу. Вот сейчас акции сопротивления гражданские. Таких акций должно быть больше. Надо давать бой этому режиму законными мирными средствами. Естественно, вот, потому что незаконными и немерными он заведомо сильнее. А вот законными и мерными мы в истории много видели режимов, которые рухнули в результате мирного протеста. И только что арабскую весну мы видели. Так что надо набраться терпения, да. А вы оставите свою... к долгой, тяжелой борьбе. А вы оставите свою кандидатуру на пост мэра или снимете ее вслед за Навальным? Я не буду снимать кандидатуру. Я считаю, что это ошибка Навального снимать свою кандидатуру. Бороться надо до конца. Идти надо до конца. Выбор – это площадка, на которой можно дать бой власти. Я эту площадку покидать не собираюсь. Я считаю, что это было бы позорно и проявлением слабости с моей стороны. Разговоры о том, что на несанкционированную акцию придет мало народу, не получили подтверждения. Для первого раза получилось вполне внушительно. По данным ГУВД, акция собрала не более 2500 человек. Но страсть полицейских счетоводов к преуменьшениям не отменяет подлинной цифры. От 10 до 15 тысяч, имея в виду ротацию митингующих. Люди приходили и уходили, их сменяли другие, и никакие угрозы в матюгальник так и не возымели действия. Было много новых лиц, а это значит, что протест растет и ширится. Центральный вход во взбесившийся принтер Государственную Думу Российской Федерации. Он сегодня больше похож на стену позора или на стену путинского плача. На всех нас, наверное, пока каждому по сидячему месту в автозаке. Это же кошмар. Одного бензину сколько? И что меня больше всего интересовало, и у каждого я этого гада в форме спрашивал. Но, говорю, ребята, говорю, а что вы в бронежилетах тут делаете? У нас нет огнестрельного оружия. Да разве что такой нос, мы морду разобьем чем-нибудь. Но чем в бронежилетах? Я скажу, наверное, крамольную вещь, но я уже повторял, и сегодняшние события как бы подтверждают мое мнение. Я думаю, что после выборов человек, который займет кресло губернатора города Москвы, Собянин, ни для кого не секрет, что мэром будет Собянин, это будет совсем другой Собянин. Действия Генеральной прокуратуры, обжалование ареста Навального и довольно-таки не просто мягкие, а вообще практически бездействие полиции здесь, а мы видим, что люди практически выходят на проезжую часть, а полиция бездействует, это приказ сверху не трогать, и Навального, видимо, завтра отпустят.
Я хочу не ошибиться, я хочу, чтобы его отпустили, но я думаю, что раскол элит вверху становится очевиден. Мнения наверху неоднозначные. Одна группировка хочет закручивать гайки, другая группировка понимает, что все-таки настало время реальных реформ. Как вы считаете, будет углубляться этот раскол в элитах? Однозначно будет углубляться. Мы еще за все 14 лет, Путин на самом деле очень везунчик, надо сказать. За 14 лет мы реально не видели ни одного экономического спада. 2008 год, я даже не считаю, что это был спад, это такая имитация в России, потому что в России практически не было кризиса, было только небольшое самоочищение некоторых неправильных, скажем так, финансовых институтов. За 14 лет ни одного спада, и ему надо уйти на пенсию, на самом деле, срочно бы, по-хорошему, уйти на пике, на взлете, но не дай бог, конечно, этому человеку дождаться экономического спада. Ближе к 23 часам сверху прозвучала команда «задерживать всех без разбора». Толпу митингующих у Государственной Думы уже по привычной схеме рассекли и принялись упаковывать в автозаки. Всего, по имеющимся данным, задержали около 180 человек. Революционные преобразования в любой стране начинаются в головах у граждан, которые больше не хотят полицейщины, которые больше не хотят неправедных судов. И рано или поздно никакие полицейские наряды и кордоны не помогут Путину остаться у власти. Саша Сотник, Дмитрий Милехин, Политвестник ТВ. В мирной Москве вечерело. И как в 2012 году, после 6 мая, после разгона, протестующие вновь пришли к памятнику героям Плевны. Граждане, ваша акция не согласована. Просьба покинуть территорию. Граждане, ваша акция не согласована. Просьба покинуть территорию. Граждане, ваша акция не согласована с местными властями. Просьба покинуть территорию. Идите спать! Идите спать! Идите спать! Идите спать! Ребят, давай свои. Даже не просьба разойти. Не расходиться! Не расходиться! Мы его не трогаем, мы его несем, мы его питаем. Я хочу с ним. Не трогайте моего мужа. Блин, не трогайте моего мужа. Вы с ума? Вы с ним его посадили. Я тоже пойду. Я тоже пойду. Даша, там кишечник валяется. Там моя пресс-карта. Пожалуйста, подними ее. Не расходиться! Не расходиться! Не расходиться! Не расходиться! Не расходиться!